Всем привет, Ютубу привет. Вот пришел я на гараж топиться. Сегодня 7 число, Рождество. Всех поздравляю, здоровья, счастья. Всего самого-самого наилучшего желаю. Ну, и как всегда, ответы на вопросы. Люди мне присылают, я стараюсь отвечать. Кому-то другому тоже, может быть, это будет полезно. Так вот, тут вот пришло сообщение, что просит человек у меня... Показать, как же все-таки крепится тут ручка на этих крючках. Вот, говорит, не сплю, не могу уснуть, все-таки интересно. Ну, начну с того крючка, это же ответ на вопрос. Вот, как крепятся ручки. Вот, смотрите, похоже, что чем-то пробивалось. Вот, видите, или чем сдавливалось. Это не мое. Это так было. Вот, в трех местах у нас есть это. Сейчас я покажу. Вот мы увидим сверху. Вот, скорее всего, что эта ручка является такой полой. И сюда вот таким образом все это дело вставляет. Скорее всего, конечно же, вот этот крючок делался из прутка. Естественно. Вот таким образом, значит, либо это приварено в втулочке здесь, либо посажено на герметик. Вот. Потому что я встречался с такими герметиками, допустим, вот второй крючок, да? Вот я их сейчас сниму, вот как раз два крючка подарочные. Вот смотрим, здесь явно видно, что втулка выточенная, накатка, все это делалось на стучке. Дальше смотрим, вот в этом месте вот. Явно что-то как клей или не как клей. Вот. Я так думаю, что встречался я, что здесь скорее всего на резьба, ответка, приветка, так сказать. И вот ее выставляют, намазывают этим герметиком и оставляют. Потом ее, как говорится, и зубилом не вырубишь, так крепко держит. Я с этим сталкивался и несколько раз сам делал аналогичное. Не помню, как эти герметики называются. Каждый раз идешь в магазин, каждый раз что-нибудь новое. Я думаю, что здесь резьба, резьбовое соединение. И потом все это посажено на герметик. Вполне возможно, что и здесь то же самое. Вот. Но как бы видно вот здесь. Сейчас попытаюсь снять. Автофокус. Не автофокусирит. Меньше сделаю. Вот, вот здесь просветик виден такой, да? Вот здесь. Здесь. Он как тоже есть. Я его сниму, то есть вот вместе, вот он как бы зазорчик есть, то есть похоже, что это две разные детали. Вполне возможно, что конечно, здесь это было сначала приварено, зачищено вот аккуратно, и потом на герметик посажено тоже полую точеную ручку. Вот я думаю, что так. Там, конечно, сейчас наше видео смотрим не только там 3 человека, а смотрит уже 1200 человек. Я думаю, кто может знает, подскажет в комментах. Вот, конечно, первый, не во второй день может. Но туда, как говорится, посматривайте. Вот, и возможно, что нам подскажут, как на самом деле вот эта штука делается. Вот, тут все-таки виден зазорчик вот этим пятачком и вот этой деталькой между телом. Вот, а здесь я еще раз повторюсь, ну это мои догадки. Думаю, что скорее всего здесь резьба и она на герметике. Ну вот, вот так я снял, постарался насколько возможно аккуратнее. Конечно, тут у меня, как бы это сказать, особо-то не снимешь. Вот. Автофокус вроде включаешь, а он говорит не хочу. Вот видите. Но факт тот, что видно, что
Вот это как бы две разные деталюшки. Ну вот так, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Не жалко. Кому надо еще что-то, какие-то вопросы задавайте. Я пошлю снять вам видео, чтобы вы могли посмотреть. Вот, и вам стало понятно что-то. Покрыч часто задают вопросы. Я тоже как, чего, чем, зачем, почему. Пожалуйста, у меня в основном вот он один я купил себе. Вот, и вот эти, которые мне подарили к Новому году. Остальное у меня все самопальное, самодельное. Вот, так что вот так. Еще раз вот с этой стороны сниму. Видно, что деталь здесь вот вместе не цельная. Скорее всего, вот здесь была приварена. Явно обработана. Но, как говорится, я не знаю, я могу только предполагать. Это мое мнение. Естественно, я свое мнение никому не назову. Просто я как бы попросили, я снял. Вот, все, всем спасибо, пока-пока.